Вот мне кажется, сейчас какая-то конъюнктура изменилась. Мне кажется, какой бы фильм сейчас не сняли в России, вот какой бы он ни был, даже такой, как вот «Москва слезам не верит», он бы не получил «Оскара». Мне кажется, вот потому что отношение как-то изменилось очень к, ну, к русским, так скажем, ну, к соотечественникам. Ну, вы знаете, когда получил я «Оскара», ситуация была, пожалуй... Тогда уважали, тогда мы уважали, были враги. Да. Когда, когда мы были империей зла. Да-да-да. Так что... Честно говоря, это было поразительное чудо, что мы получили тогда «Оскар». Это был Рейган, который о нас никакого представления не имел, или, по крайней мере, только кинематографическое, на уровне фильмов Хичкока там, или «Страна». Ну, «Империя зла», да. И в это время я получил. Но надо сказать, когда он встречался потом с Горбачевым, Рейган, первый раз, то и кто-то из его советников настойчиво ему порекомендовал посмотреть «Москва слезам не верит». И он смотрел, это мне сказали в американском посольстве, он смотрел два раза. Один раз для того, чтобы перевернуть немножко мозги они сделали, чтобы он представлял, что Россия — это не то, что у него внутри, это какая-то такая заснеженная равнина, по которой скачет лихой разбойник. За медведем. А? Это будет же ремейк, да, я так понимаю, «Москва слезам не верит 2». Нет, не будет, не будет. Не будет? Не будет. Да. А почему? Ведь были такие планы, был разговор. У меня таких планов не было. Честно говоря, есть люди, у которых есть такие планы, но это будет, конечно, без, так, без вот меня. Так, вот это я сейчас, сейчас просто вы меня озадачили. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».